Про моего хомячка. Только что включилась вспышка случайно. Давай, хомячок. Что ты там делаешь? А, ну, ножку свою лапку чистит. Сюда, сюда. Что ты? Фас-фас. Кто-то написал комментарий. Вот, в прошлом видео. Из-за этого я хочу эту серию посвятить ему. Именно этой девушке, по-моему, не знаю. Какой у вас пол. Вот. Хомячок. Как видите, у него что-то головка немножко мокренькая, потому что случайно головку, ну, в поильник поставил и вот промоклась. Давай, хомяк, ты что там делаешь? Давайте прям камеру туда засунем. Прям туда. Опа. Ой, если сможем. Ой, хомяк даже не знает, что вы его смотрите. Давай, давай, хомяк. Опа. Давай, смотри на нас. Шо, хомяк? What the fuck? Покажи мне свою камеру, вот тебе камера, вот, хочешь съесть ее прям. Да, Хома. Вот, как видите, у нее там все чисто, как вчера. Вот, вместо ткани я использовала вату. И вам тоже советую, в принципе. Она, конечно, может опилками сделаться, но все же для хомячка это будет очень удобно. Вон, что-то там пытается норку сделать. Но нет, там внизу металлическая. Как там? Ну, вот такая штука, вот, которую только что я делал. Вот. Так что хомяк может даже не пытаться. Ты пытался, хомяк. А зачем ты там грызешь? Свободы там нету тут. Тут, как видите, стол стоит. Вот. Если вам интересно, можете здесь посмотреть. Различные такие. Ну, это от Киндера, по-моему, такая печатка. Здесь. Ну, это вообще старый, вообще год прошел. Это Чупа-Чупс. Какой-то, не знаю, мультсериал. Как он называется? Вот Рио 2, это я знаю. О, этот крутой, который. Диджей, можно так сказать. На голове у него вместо шапки стоит крышка. Вот. Советую вам всем смотреть. Да и жвачку только покупать, если вы увидите. Там срок хранения, по-моему, в 2016 году. Хомяк, ну. Ты хочешь, что ли, в Рио 2 Рио де Жанейро пойти? Вот такой город там, статуя стоит. Почти она с размером как статуя свободы, но, по-моему, она больше, я не знаю. Вот. Давайте его прям, чтобы он на нас смотрел. Смотрит. Эй, тут чё запихнулось-то? А, я чуть не пойму. А, шо? Чё там хомяк обустроился. Как видите, минеральный камень, он, как видите, как загрыз по полной катушке. Вот. Только что его держал вообще такой милый, нежный. Да, Хома? Попытаюсь прям камеру к нему прям запихнуть. Оп, хомяк, шо? Оп, эй, не грызи камеру только. Что-то сделал, не знаю. Видеть, как копает вообще. Копатель, майнкрафтер. Что-то есть. А, щечках. Я ему сегодня дал хлебушек. Что ты там копаешь? Надо бы ему сейчас побольше опилок. Сейчас, подождите. Посмотрите за ним. Вот так. Присмотрите за хомячком. А я сейчас отойду на секунду. Никогда не делал, чтобы вы смотрели. Вот. Ах, только что принес опилки с мешка. Ну шо, хомяк, давай тебе помоем опилками. Ой-ой, не грызи только. Ай, мне что-то пальчик не откусил. На, тебе душ из опилок. На, атакуем. Не бойся, это не больно, в принципе. Опилки урон никакой не наносит против хомячка. Вот, мне, потому что 6 защищает его. Ах, весь в опилках. Ну зато теперь... Может и теперь копать, да, хомяк? Ой, зашел в домик. Вот все там, видите? Попка торчит. А, нет, уже нет. Сейчас ватой закроет дверь. Давай, закрывай. Что-то не закрывает. Давайте мы сами закроем, чтобы он не замерз. Все. Давайте на этом прощаться. Вот, думаю, вы присмотрели за хомячком. Никуда не убежал. Все, давайте на этом прощаться. С вами был я, Супер. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео. И
если по желанию можете порекомендовать своим друзьям. Все, всем удачи, всем пока-пока.